Срочное лечение в немецкой клинике необходимо Тимофею Пестрякову. Малышу сейчас 2,5 года. Он тяжело болен с рождения. Диагнозы – тяжелая эпилепсия и детский церебральный паралич. Благодаря двум поездкам в Германию Тимофею стало намного лучше. Оплачивал лечение благотворительный фонд. Сейчас ребенку снова нужна госпитализация за границей. Стоимость 40 тысяч евро. Эта сумма непосильная для родителей малыша. Они просят помочь всех, кто неравнодушен и считает, что чужих детей не бывает.